И вчера еще установила ЧЕДа, что Грузия, которая подавала на Россию иск за то, что они произвели в Абхазии войну, она не права. Как я сказал, что права только Россия, потому что она не вмешивалась в их войну, а она защищала Абхазию по просьбе Абхазии. Что такое, Саид, сжимает? Это парень, который вышел в поддержку протестов и за народ, и он ответил насилием на насилие. И за это его хотят посадить на 5 лет. Его уже арестовали на 2 месяца. Это в России? Это было в России. Там, кстати, выбили, да? На Пушкинской площади. Мы вышли в защиту. Мы вышли в поддержку его. Понятно. А вы кто? Жители Молдовы? Жители Молдовы. Не граждане России. Нет. Не граждане России. Граждане. Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Опомнитесь! Русский Гитлер, который возродился! Свободу политзаключенным! Это так, да. Меня никто поправляет, знаешь, я не очень. Да-да. Свободу политзаключенным! Освободите Навального и его сыну! Занимаетесь нелегальным задерживанием невинных людей! Вы пытаетесь перейти правду своей ложью и наложить на людей несправедливые наказания уголовные. Путин вор! Путин адресат я вам вижу. Путин не я прав, извините. Справедливость должна восторжествовать в любой стране. Мы за правду. Российское посольство. Передайте России, что мы, граждане Республики Молдовы, возмущены тем, что происходит в Российской Федерации. Мы, не имеющие гражданства России, полностью удивлены тем, как поступают, как с собаками, с российским народом. Право на защиту русскому народу, право на протест. Свободу политзаключенным! Совестный Путин спрятался в башне своей, не выходит, чтобы поговорить с народу, с народом. Ты же обещал, что будешь помогать, что ты не оставишь народ, что ты будешь заботиться о нем. Почему же ты сейчас спрятался в каком-то подвале, а люди сидят избиенные по тюрьмам, мучимые голодом и беспределом полиции Российской Федерации? Свободу политзаключенным! Свободу Навальным! Хотим спрятать свои арестаты, да? Навальный? Да. Ну, спрятались, не вас. Я тут семейка. Он пугает, собака пугает. Олежка, возьми мою собаку, что она пугается. Она пугает, да. Так, что басын кратится лезть, это маленький котел. Путин вор! Свободу политзаключенным! Свобода, право на протест всем гражданам России! Свобода! Свобода! Освободите жену Навального! Освободите самого Навального! Соблюдайте законы, как Конституция! Которые вы сами установили и сами их нарушаете. Позор Российской Федерации. Прошлое суббота арестовали более 300
тысяч людей, и вы только в защиту его вышли. Почему? В защиту всех людей. А, понятно. А он вышел в защиту за других людей, за это его хотят посадить. Голыми руками, да? Голыми руками против дубинок и боевых оружий. Понятно. Олежка, а ты про Грузию слышал, что я сказал? Да. Что их сказали, что Россия права в том, что они защищали Абхазию. Слышал, да? Ты говорил, но я не слышал эту новость. Конвенционный суд установил, что Грузия не может требовать от России каких-либо наказаний, потому что Россия права тем, что защитила Абхазию по просьбе самих абхазцев. Понятно. И отклонили их требования привлечь к ответственности Российской Федерации. Это вчера вот этот... Следующее воскресенье опять здесь встречаемся. Свободу, право всем гражданам России! Право на защиту, право на ихнее же гражданское право, которое вы, нарушаете. Путин, лишаете их свободы, ущемляя статья 8 Конвенционного международного кодекса. Тот, кто обещал, что будет заботиться о народе, тот убивает собственный народ. Демократия Русия, Азербайджан, Республика Молдова, Ланой. Мы тут полезли. Мы на корабле Андрея спросим. Если кто задаст, я вечно, если мова, а за демократию. Я считаю, что эти протесты пройдут, Олежка, но они все равно ничего не добьются, как и в Беларуси. Заставят извиниться граждан и все, потому что лапа КГБ намного сильнее, чем вы думаете. Это оттуда еще тянется. Все зависит. Запугают людей. Все. Ну вот они уже жену Навального взяли. Что вы хотите? Все зависит, сколько народа выйдет. Выйдет весь народ. Сколько бы народа не вышли, все равно они потом... Ошибаюсь из запада. Сила народа самая, самая сильная сила. Свободу Навальному! Путин вор! Путин обманщик, потому что он обещал народу 3 короба вранья и ничего не выполнил. Мы с вами, мои девки, мурки, 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 позор Российской Федерации! Позор Российской Федерации! Ущемляются права граждан Российской Федерации. Все-таки требуй он и он. Олежка, перестучи сам. Ты три Олеся еще. Три Олеся на Андрей. Целый Олеся. Первый Олеся. Я хочу поддержку русского народа спеть им одну песню. Я не музыкант великий, но мы как можем поддерживаем. Вы заметите, что нас мало. Мы как можем стараемся поддержать русских граждан. Мы не согласны с тем, что над ними издеваются. Мы, хоть и граждане Республики Молдовы, многие из стоящих здесь желают соединения с Румынией, но мы против того, чтобы обижали какой-либо народ, потому что сегодня, если мы не заступимся за них, завтра за нас тоже никто не заступится. Когда происходят такие ущемления прав, нужно всему миру вставать, как встали против Гитлера и победили его, так и здесь. Национальность к национальности, спина к спине, рука к руке. И поднять топор и уничтожить ту силу, которая пытается убить мирных христиан и граждан. Сергина. Ел? Да. Вообще, я как купки семи тей. Сергика Луме. Ай, бас молодцы. Тоже. А, трибуна, мой фан. Так. Ты моя лосичка, ты моя крутичка, ты мой хороший мать, ты моя зайчка, ты мой зайчка. Однако поводы. Только ты моя зайчка, он тоже возмущается. Правда, мяу, ты возмущаешься, да? Ты возмущаешься?
Он много пережил, и потому позволить сейчас каким-то ублюдкам уничтожить целую расу из-за каких-то личных побуждений, это будет большим кощунством и неоправданием той жизни, которую прожили ихние предки. Люди умирали для того, чтобы своим правнукам, внукам дать жизнь, а они вместо этого сейчас убивает их внуков и правнуков. И поэтому свободу и право на протест каждому гражданину любой страны. И чтобы никогда... Вы перестали говорить, когда я появился? Свободу политзаключенным! Свободу слова! Вы знаете, я вам скажу, что Путин, как говорится, он как в этой частушке. Я вам сейчас спою, и вы поймете, о чем идет речь. Дорогой, дорогая, дорогие оба, дорогая, дорогого, давила до гроба. Вот так. Мы вас очень любим, русские ребята, женщины, мужчины,
дети, мы вас поддерживаем, но мы не можем, нас мало. Мы не имеем никакой власти, чтобы победить и помочь вам даже прийти на протест, уж границы закрыты. Но мы вас поддерживаем отсюда так, как можем. Правда, Олег? Да. Свободу политзаключенным! Да. Свободу политзаключенным! Свободу Навальному! Вы знаете, я больше хочу, чтобы народ не страдал из-за дурости людей. Если все люди хотят, чтобы Навальный освободился, так почему же они не отпускают его? Ведь существует, проведут какие-то предвыборные кампании какую-то. Кто за то, чтобы Навальный вышел из тюрьмы? И пусть посмотрят, что Олег смеется. Алло, Олег, да. Я что-то не то ляпнул. Ну? Как обычно, да?